сегодня в передаче знакомые лица, любимые мордашки, а на десерт, конечно же, классная мультяшка. И, наконец-то, я. Привет, мои друзья! Отныне у меня одна работа. Разбирать ваши письма стопку за стопкой. И скажу вам, что делаю это охотно. Потому что это настоящая охота. Вот. Вот так находка. Это что это за тайная сходка, а? И зачем вы письма жуете? А, сладкой посылочки ждете. Вылазьте. Меда вы здесь не найдете. А вот животик бумагой забьете. И еще, не дай бог, заболеете. Вот интересно, а как же мы иначе догадаемся, кто нами восхищается? Для этого нужно читать научиться. А это вкусно? И сладко? Одно на уме. И как вам от сладкого не гадко? Нет, ученье не мед, а свет. И лучше радости нет, чем... Эй, свет у нас БАДа включает. Да, и всему-всему... нас учит, потому что он про все на свете знает. Слушай, Зока, пойдем к баночке, а? У него наверняка что-нибудь есть в баночке. Кто-то едет, то ли Зок, то ли БАДа. Если БАДа, то везет шоколада. Если Зок, то ничего. Не везет. Леденцы из круглой банки грызет. Эй, Зоки! Зоки, где вы? Зоки, БАДу берите и в кадр выходите. Но только плохому детей не учите. Если же эта история наша кому-то, кого-то и что-то напомнит, простите. Ля-ля, ля-ля-ля, БАДа с рыночка пришел. БАДа кое-что принес. Ух ты, ой, БАДочка, что ты купил? Что-то у тебя такое вот, да, в сумке, БАДочка. Ты нам вкусненькое что-нибудь принес, да? И сладенькое тоже, да? Ух ты, смотри, БАДа, что это такое у тебя за штуковина? Ой, какая сумочка! Ай, чур моя! Я ее на ключик буду запирать, никому не давать. Вот какая сумочка! Это замок от медохранилища. Я его буду запирать, чтобы мед не пропадал. А может, мы лучше тебя запрем, чтобы не пропал? БАДа, а ключей много от медохранилища? Ключ один, о! И он у меня будет висеть на веревочке, вот тут, вот так. Мы без ключей не пропадем? Не пропадете! Куда вы денетесь? Как куда? И заблудиться можем, и потеряться можем. Ты нас лучше внутрь медохранилища закрой, а мы там будем тихо-тихо сидеть, вот так вот, тихонечко. БАДа. Нет уж, мед мне дороже, чем вы. Ну что это такое?
Эй, это что? Эй! Ой! Что за... Слушай, Бада, что ты за ерунду накупил, а? Все какое-то, понимаешь, несъедобное. Несъедобное? Как же это? По дороге, что ли, выпало? Я ведь и капустку купил, и морковку купил, и там... Ты бы еще луку купил на компот. Вот и я говорю, ерунда. При чем тут компот? Мы суп варить будем. Что? Суп? Из чего? Где шоколадки? Где карамельки? Где зефир? Леденцы, печенье, вафли. Даже сахару не купил. Килограмм сахару! Вы же килограмм сахару сами выколотили в чае в прошлый раз. На вас не настать. Ну что такое? Ну что? Ну прекратите реветь! Сладенького захотелось. А вы его заслужили? Ой, ну что ж, ну что же прислушать? Да прекратите еще же. Ну, ишь, прилипли-то. Ой, баточка, видишь, какие мы сладенькие и славненькие. Видишь, как мы хорошо служим. Гав! Да кто вас учил так заслуживать? Кто? А я знаю, Зока, надо для приличия немножко поскулить. Бадочка, а вот так вот, правильно, смотри. Гав-гав-гав-гав-гав. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Ну как? Фу. Противно смотреть. Так, убрать на столе, в доме порядок навести, умыться, причесаться. Ну, а там посмотрим. Может, и заслужите чего-нибудь. Понятно? Эй, так, скорее за дело. Я вот это положу сюда. Так, морковочку. Эй, с тебе капусту. Ай, что ж ты делаешь? Ой, ты что, совсем с ума сошла? Вот давай еще. Огурчик. Хочешь? Эй, так, вот это сюда. Так. Ну, придется поощрить, а то они весь дом разнесут по кирпичику. Надеюсь, никто никого не узнал в истории, что я вам сейчас показал. Мы Зоков и Баду на время оставим, а на десерт этот мультик поставим. Приятного вам аппетита, друзья. Пока, до свидания, привет, вот и я.